Всем привет. Какая-то непонятная крупа сыпется сверху. Ну, такой дождь, не дождь. В общем, очередная распаковка очередной посылки. С очень-очень быстрой доставкой. И что не может не радовать, замечательной ценой. Всего лишь навсего до 300 рублей мне это обошлось. Ну, запечатано, в общем, в вакуум. Такие. В пупырку такую большую. Запечатано довольно-таки качественно. Подразумевается, что, наверное, будете дарить на подарок кому-то. Вот. Полностью целый коробок. Быстрая доставка, потому что со складов уже в Рашке. Здесь у нас... Опа! Xiaomi-шный пакетик, как обычно. На подарок, кстати, рекомендую такой, если кому-то жалко денег. О, пластик. Ну, конечно, не очень такой прям замечательный и классный, но тем не менее подарок есть подарок. Как оно открывается? Разобраться вы теперь. Так, не открывается. Так, не открывается. В общем, набор отверточек. Все. Сдвигается это все дело наверх. Вот так вот. Но качество, не знаю, пластиковая отверточка механическая. Я почему-то думал, что она будет железная. Ну и биты Xiaomi-шные. Вот, 24 штуки, 300 рублей. Наверное, потому что отвертка пластик. Может быть, только из-за этого, как бы. Но, тем не менее, можно докупить отдельную отвертку и пользоваться. Ну, а так, вот. Не знаю, уже на работе попробую, какого качества эти биты. Ну, в принципе, для мелочевки 24 это, ну, то, что нужно. Больше смысла нет брать, потому что, ну, там уже мелкие нюансы. Дальше работа маркетинга в основном. Там на 64, на 48. Они не ходовые. Вот здесь самые ходовые. 24 штуки с пластиковой отверткой. И вперед, за родину. В общем, как бы... Для работы пойдет. Ведь главное что? Главное то, что для бит, ну, биты нормальные должны быть. Вот для бит эта отвертка подходит. Весит она меньше. Поэтому с собой таскать, если куда-то на выезд ехать, ее же за глаза хватит. В общем, как-то так. Ссылка будет в описании. Всем пока. Вот. Такой корабульку прислали.